6 июня работники украинских средств массовой информации отмечают профессиональный праздник. Коллег поздравили в Одесской национальной организации Национального союза журналистов Украины. Союз журналистов объединяет работников всех средств массовой информации – газет, журналов, радио, телевидения и электронных изданий. Вместе мы каждый день создаем для вас по возможности объективную и полную информационную картину мира. Мы, говорят, четвертая влада, так что говорят. Я хотел бы, чтобы у нас противоречия не было, мы не дублюем функции первой, второй, третьей елки влады. Мы просто занимаемся своей справой профессионально, щодня. Знаете, коли служив на кордоні, у нас доба починалася 20:00. Ми дійсно працюємо щодня і для суспільства, для нашої громади, для територіальних громад, для ненькі України, для регіонів України і в нашому любому місті Герої Одесі. Со сменой поколений меняются формы и технические возможности подачи информации. Остается неприходящая ценность профессионального опыта, основа журналистики, двигатель ее развития, энергия молодого поколения. Грамотами Одесской региональной организации Национального союза журналистов отмечены ветераны и молодые коллективы информационных компаний. И вот в таком кругу получаешь какое-то моральное удовлетворение, что ты общаешься с искрящимися глазами и со светлыми умами. И вот сегодня можно много говорить, можно много жевать, но когда уже начинает идти возраст, вот я о себе говорю, то от себя хочу сказать две вещи. Всех благ вам и здоровья. И последнее, чтобы у каждого было золотое перо. Как всегда, в этот день новым членам Национального союза журналистов Украины вручили удостоверения. Среди них бывают не только молодые. Иногда писать и снимать начинают люди с большим опытом в других сферах. Им есть что сказать читателю и зрителю. Сложность у всех одна, и о ней, к сожалению, приходится говорить. Профессия журналиста везде в мире становится все более опасной.